Всем привет, с вами Элен и канал «Замуж за Чехом». Мы находимся в Хавизе, курорт Хавиз, Венгрия. И я вам хочу показать очень интересную вещь, которая, собственно, здесь есть до сих пор, а в Чехии уже минимально несколько лет это все отменили, и вы это уже не найдете. Да-да, на заднем плане вы видите телефонная будка, классическая телефонная будка. И в Венгрии есть возможность из нее позвонить. Но, честно говоря, я не изучала, насколько позвонить международные звонки. Но, по крайней мере, нормальный телефончик работает. Посмотрите, какая розовая трубочка. Ну, вообще суперски. Ну, здесь типа инструкция, да? Значит, сюда надо что-нибудь. А, монетки. Набираем номер. Алло, 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 алло. И, в общем, типа так. Я, конечно, думаю, что, наверное, типа это внутренние звонки. Я, извиняюсь, венгерский не знаю. Кто знает, это мне помогите перевести 50 форинтов, 100-150 форинтов. Не знаю, что это, но, по крайней мере, возможность позвонить нормальный рабочий телефон здесь есть. Ну, вот так вот. Так что такая интересная вещь в Венгрии постоянно и остается, функционирует, а в Чехии уже, к сожалению, наверное, к сожалению, друзья мои, я еще из той, извиняюсь, из той генерации, когда еще и в России тоже телефонные будочки были, по-моему, в России сейчас, я думаю, что будки, наверное, уже тоже, напишите мне, кстати, я уже не помню, если будки у нас еще тоже есть телефонные, ну вот, а в Венгрии они работают. Ну что ж, это был очередной коротенький влог, такой чисто информационный, интересный, из Хавиза, из курорта Хавиз, Венгрия. Любим, обнимаю, целуем, па-па-па!